видишь, что ли, что я здесь подавиться могла? Ты что такое кончелышка? Не надо вас не видеть. Да, ну ладно. Это оскорбительно? Угу. Нет, это же мило. Я... Нет, такое не надо. Но это все равно вот он. Чати... Это ты не попила, да? Чати пишут то, что тебя не слышно. Разговаривай, пожалуйста, нормально. Ты под нос себе бурмочешь. Нормально. Если будешь нормально говорить. Нормально поприветствуйся на стриме. Он мне пить не дает, прикиньте, он меня шантажирует водой. Это последняя вода в доме, он мне не хочет ее давать. Вода из-под крана. Пей. Пей уже. Пей уже! Не холодно. Заморозил всю комнату. Спасибо большое тебе за поддержку, Маша. Ты хочешь покататься на коньках? Я ее уже зову каждый день, у нее никак времени нет. Я говорю, пошли завтра на коньки. Она такая, нет, у меня завтра другие дела. Спасибо большое. Передаю привет Марии Якушенковой. Я в жизни катался 3 раза на коньках, но я очень хочу жопу себе опять отбить. Да-да. Хоть знаешь, где твои коньки? Где? А ты знаешь, где они? Сначала, где? Если скажешь, где они, я тогда не пой... знаю, ты в этой квартире живешь, а не я. Угу, то есть ты не помнишь, где ты их последний раз оставил? Нет. Ну вот и все. Где? Ну вот и все. Где? Ну вот и все. Где? Где? Дома. Ты оставил их дома, у меня. Там? Да. А чё их там оставил? Потому что мы последний раз, когда были там, приехали, оставили их там. Ну заберём! Нет, они уже у меня в машине. Ну заберу из твоей машины. Вот именно, растерял свои коньки, а чё ты потом хочешь? Спасибо, Матвей Красницкий, 500 рублей посоветуй, что делать. Есть девушка, которая мне нравится, но она живет в Оренбурге, а я в Витебске. Думаю к ней на Новый год приехать. Что делать человеку, который любит девушку на расстоянии? Надо сначала узнать, виделись они хоть раз в жизни, а уж потом решать. Да, вы в жизни-то хоть раз виделись, вот исходя из этого вопроса, там уже дальше можно отвечать. У меня была знакомая история у моей тети. Ее подруга 7 лет переписывалась с каким-то мужчиной на расстоянии. И вот они решили встретиться. Когда встретились, поняли то, что типа... И все, и разошлись. Просто. То есть 7 лет переписывались и встретились, и интересно. Варвара, предупред Диане и Варе, факт, и сердечко чуть позже. Спасибо большое тебе за пэш. Роспись сделаю. Спасибо огромное, Аринка, 200 рублей. Эд, расскажи, пожалуйста, что за рулетка, по которой все пишут. Все, рулетка до этого год была. Через рулетку можно попасть на мой закрытый сервер, на котором мы сейчас будем играть в хардкор. Сейчас рулетки уже нет. Почему? До конца хардкора нет рулетки. Хотя, может... Я подумаю, если меня будут сильно просить, может, я ее верну, но пока нет. Голова заболела. Я спать хочу. Аринка, 200 рублей. Что думаешь о игре Roblox? Ничего не думаю, я просто в нее не играю. Спасибо большое. Что, голова болит? Ну, что-то я переварилась. Катя тот человек, который принимает ванну в кипятке просто. Просто лютый кипяток. А потом выходит из ванны и такая, мне плохо. Конечно, плохо, ты там варилась, как креветка просто в кипятке. Она выходит такая, я сейчас в обморок упаду. Каждый раз просто кипятком. Надо холодной водой мыться, немножко тепленькой, но не кипятком. Башка галит. Башка боли, гашка. Гашка боли. Нет, гашка... Отстань. Артём, 200 рублей. Эд, привет, мой последний день десятилетия. Поздравь, пожалуйста, если... Последний день десятилетия? Типа ему 9, типа, 9 нет, лет. Нет, типа 11. А, ну да. А, поздравляю с последним днем десятилетия. Спасибо большое тебе за поддержку. Взбодрись! Ай! Ну ты взбодрись! Вот у тебя будет в следующий раз голова болеть? Я тебя так же встрясу. Так не надо вариться в кипятке в ванне. У меня сейчас хардкор будет, я это боюсь умереть. Дай напутствующие слова. Не умирай. Спасибо. Спасибо огромное тебе, Артём. А, ты уже читал. Хости, сыты, 200 рублей, приятно, значит, первый раз. Как дела? Кстати, сегодня будет рулетка. Я только что ответил, ну, спасибо. Ну, он же раньше, наверное, задонатил. До Нет, того... не будет. До конца хардкора не будет. Спасибо большое.
Я сейчас какаю, никто об этом не знает. Ну, я знаю, кто в чате это написал. А я знаю, что ты какаешь. Что? Ну, я реально узнал. Все в чате пишут, Катя, иди спать. Вот. Ты поешь спать? Время час всего ночи. Лишь час ночи. Стрим только начинается. Сейчас будет хардкор. Играем до первой смерти. Хрейт умрет 100% первым. То есть, подожди, вы играете до первой смерти, если в первую минуту кто-то сдохнет? Это шутка, господи. Что-то тупые правила какие-то у вас. Мы играем, пока я не умру. Нет, мы играем, пока не останется последний выживший. Неважно кто. Даже если я умру, потом они будут играть. Как это было. Давай, подеремся. Знаешь, что сейчас тебе сделаю? Давай, чё? Все, больше не холодно? Да ты не... Меня опять... Как хорошо, что подписчики это не увидели, потому что у меня опять камера сломалась. Что такое? Мне кажется, она просто автоматически выключается раз в какое-то время. Как хорошо, что вы ребят не увидели. Ты что, спать пойдешь? Выгоняешь? Я нет! Я не понимаю! Я нет! Не, не понимаю. Ты что тут? Люди просто ждут хардкор. Кстати, это может самое время краски сказать быстренько, пока у нас интерактивная пауза перед хардкором, рассказать про шоколад. Про шоколад. Какой? Шоколадный. Ё, просто шоколад. Я пошла. Куда ты пошла? Искать шоколад. Ну. Есть шоколад у нас дома? Нету, еще пока. Еще пока нет у нас шоколада. Ну ладно. Ребята, надо рассказать про шоколад. Я могу очень интересную историю рассказать про шоколад. Когда упал на пол. Просто когда упал на пол просто. Просто какую историю? Шоколад. Про шоколадную историю. Ты что, не помнишь? Какие? Какие? Шоколадные. Ну, как что? Шоколад и... одинаковый. Она жесткая история? Я не помню. Так я это понял, а что Что одинаково у меня? Они начнут спрашивать, откуда ты это знаешь. Ну, или... А, ну, логично. Ну не на вкус же? На запах. На запах. Ты можешь рассказывать, только говори зомби-вирус вместо этого. Я не буду говорить. Не будешь говорить? Мне кажется, сейчас это неуместно. Это потом предъявит мне. Я пошла искать шоколад. Иди ищи шоколад. Ты еще придешь на пару минут? Ну если найду шоколад.